Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Yaris 2008 года выпуска с двигателем 1.3 робот. На этом автомобиле мы сегодня заменим фильтра и масло в двигателе. Поднимаем автомобиль, сливаем с двигателя масло и меняем масляный фильтр. Подняли автомобиль. Вот она пробка. Ключик здесь. Похоже на 14. Да, на 14. Масло грязное. Давненько не меняли. Ладно, сливаем масло. Слили масло. Закручиваем пробочку. Колечко стоит. Моем масло. Это очиститель карбюратора. Испаряется, следов не остается. Откручиваем масляный фильтр. Он здесь же у нас снизу. Пододвигаем тазик. И крабом или крышками. Хорошо затянут. Кто ж так над ним издевался? Затянули, конечно, его от души. Берем новый фильтр фирмы Айка. Идет он C110. Смазываем резиночку. Добавляем масло вовнутрь и прикручиваем. Закручиваем от руки.
Также смываем старое масло очистителем. Опускаем автомобиль и заливаем масло. Масло мы будем использовать Toyota 540. Оригинальный номер идет 08 880 80 375. Здесь еще ГО. Новое уже добавление идет. Откручиваем пробку. Хорошо по диаметру подходит. Залил 3 литра. По щупу получается полная. Мы сейчас заведем и проверим. После этого уровень уже добавим его. Меняем воздушный фильтр. Будем устанавливать фирмы Aiko A196. Фильтр стоит у нас вот в этом корпусе. Отщелкиваем вот эти две защелки и отводим крышку. Вот он, фильтр. Берем новый. Устанавливаем его в крышку. И вставляем внизу пазы. Все. Меняем салонный фильтр. Для этого мы открываем дверь и открываем бардачок. Открыли дверь, открываем бардачок. Берем бардачок, нажимаем с двух сторон, здесь и здесь, и вот эти фиксаторы вытаскиваем. Дальше бардачок сидит у нас на пропилах без всяких фиксаторов. Вот она, крышка. Нажимаем с одной стороны и с другой стороны стопора. Вот такие вот. Выводим. Вот он, фильтр. Ну, уже грязный. Стоял угольный. И ставить будем тоже угольный. Фирма AMD. Номер его идет AMD GFC96C. Последняя Си – это обозначение, что он угольный. Все, крышку закрыли, берем бардачок, заводим его в пазы и заводим фиксаторы. Все, фильтр мы заменили.
Заводим автомобиль, проверяем уровень масла, выставляем его до нормы. И на этом все. Замену масла, масляного фильтра, воздушного фильтра двигателя и салонного фильтра мы закончили. Всего вам доброго!